Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня я с вами хочу сделать себе очередной маникюрчик. Так, я себе подготовила те продукты, которым буду делать себе ноготочки. Итак, вот такие два обычные лаки. Фирма Insta Perfect Nails. Это я брала в Польше. Польский лак, обычный лак, 8 грамм, белый и черный. Нанесла я пока в один слой, вот так он проплешивает. Пока он сохнет, посмотрим, чем я буду использовать, что я буду использовать далее. Так, сначала я нанесла вот такую штучку. Это средство для ногтей номер 6, восстановление с кислородом. Нанесла как базу. Он идет с ультрафиолетом. Как бы фиолетовый цвет видно, баночки защита. Так, дальше нанесла вот этот лак черный, вот так он в один слой, как полупрозрачный. Сейчас буду повторять слой, может быть, даже нужно будет три слоя, посмотрим. И вот этот белый цвет, вот та же фирма. Цвет под номер тут у нас 24. Это другая фирма. Nails. Вот такая. So French. Для френча. Цвет под номером 1. Дальше я буду использовать лак для стемпинга от Beauty Big Bang. Это один из любимых моих лаков для стемпинга. У меня еще был отбор Pretty белый, но он уже закончился, поэтому использую вот в этот Beauty Big Bang хороший. И также бор Pretty золотой, также штампик мой любимый двойной мещеринг. Так, cut stop буду закреплять стемпинг, это мой любимый топ для стемпинга. И пластинка от Uprotega, вот такая с спортивной тематикой. Puma, Nike, Adidas. Буду ее использовать в своем маникюре. Захотелось почему-то мне черный цвет на ноготочках. Итак, первый слой у меня уже просох. Сейчас будем с вами вместе наносить второй слой. Но я думаю, что может будет нужно и три слоя делать. Сейчас мы будем смотреть. Кисточка вот такая ровная. Я больше люблю закругленные кисти, нежели ровные. Так, будем красить. Конечно, это все делать тяжело под камеру, так что не судите строго. Как-то так. Да, будет нужно еще делать один слой. Он уже темнее, но не знаю, мне нужно еще темнее черный. Ну, конечно, все черные оттенки, они капризные. Это не только этот у меня, сколько их было. Еще у меня был ноготок черный цвет, также такой же был гель-эффект. Немножко мне не нравится эта кисть, что она ровная. Попробуем, что у меня получится. Так уже видно, на два слоя совсем другое дело. Красивый глянцевый эффект. Так, я нанесла уже три слоя. Пока третий слой сушится, еще хочу белый нанести вместе с вами. Ну, что-то захотелось мне черного цвета на ноготочках. Давно у меня черного не было.
Пускай сушится. Красивый глянцевый эффект. Эффект так, как бы гель-лака, как видно. Можно, конечно, так оставить, но я хочу сделать на двух ноготочках дизайн. Красивое вот это колечко. Брала на Алиэкспресс. У меня на канале очень много разных видео о бижутерии и не только. Посмотрите у меня на канале. Ссылки постараюсь вам оставить на товары. Ну, кроме этих, что брала в магазине в Польше. Остальные я покупала. Ну, и этот я брала у нас в городе в аптеке. Остальные я брала на Алиэкспресс. У меня сейчас короткие ноготочки и как-то хотела выбрать яркий цвет. Думала сначала сделать красный, но я очень много раз делала красный, черный. Вообще редко, не помню, или в том году вообще делала черный цвет на ноготочках. Вот, и потому не делаю, потому что он капризный, как видите. Нужно наносить 3 слоя и, конечно, много ждать, пока они просушатся. Потому, наверное, и его не красила. Люблю, когда ложатся 2 слоя лака. Тогда вообще супер. На короткие ноготочки будет хорошо мне. Такая форма, овал сделала. Вот. Ждем, пока высушится. Для вас это будет секунда, а я к вам сейчас вернусь. Так, хочу сделать золотом мазки на белом и на большом. На черном лаке, а потом будем делать стемпинг. Сначала на черном, так совсем чуть-чуть, так как-то, и на белом. Выглядит как фольга, мне нравится. На второй руке также сделала, только на белом цвете. На большом пальце не делала мазочки. И сейчас будем делать стемпинг. Хочу сделать белым цветом. Сверху вот этого белого и вот черного. Посмотрим, как будет белый на белом. Не знаю, будем сейчас смотреть. Выбрала я вот эту надпись Nike. Не. Короткие ноготочки, длинная надпись, конечно, не пойдет. Потому буду делать Nike. Все лишнее штампика. Так. Немного сейчас я нанесу. Гравировка просто отличная в этой пластине. Все отпечаталось. Видно, да? Сюда перенесем. Да, все хорошо перепечаталось. Nike. И хочу еще сделать белый на белом цвете. Наверное, сделаю вот эту надпись NB. Она также не длинная. Так, также все хорошо перепечаталось. И посмотрим, как это будет белый на белом. Как-то не очень заметно. Наверное, я все же сделаю надпись сверху еще золотом. Потому что не очень заметно. Сверху сразу, когда-то я раньше снимала лишнее, как бы чистила пластину, да, NB, и сразу сверху. Вот так совсем по-другому. NB. Простой такой, неброский. Вот такой у нас маникюрчик получился. И все, нужно мне перекрыть то, что стемпингом вот этот топом кац. И у Nike на этом среднем пальце надпись. И будет дизайн мой закончен.
Вообще этот лак для стемпинга от Beauty Big Bang советую. Супер. Так, все хорошо перепечаталось и надпись. Так, чтобы было вам видно. Да, все хорошо перепечаталось. И закрепляем мы с вами это топом. Хороший топ КАЦ, как раз для стемпинга, он не размазывает стемпинг, нравится мне очень. Беру не в первый раз, красивый у него глянец. Вот такой у нас окончательный результат, такой неброский маникюрчик получился. Ну, конечно, яркий цвет черный, как бы больше акцент на нем, нежели на дизайне. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Пишите мне свои комментарии, оставляйте мне лайки, мне будет очень приятно. Это, конечно, стимул, чтобы снимать новые видео для вас. Хорошего вам дня, отличного настроения. Красивых и здоровых ноготочков и, самое главное, мира и добра. До новых встреч. Пока-пока.